Всем привет! Всем здравствуйте! Иди ко мне сюда. Иди ко мне. Уся. Всем привет! Всем здравствуйте! Ну что, мы с Буськой с вами будем читать стихи Рождественского. Да, Бусянь? Так, поехали. Так, Бусь, не надо туда, нельзя. Оп. Сейчас. Поехали. Итак, едем. Да, Буся. Так, Буся. Так, потом пометьте на данном этапе одно. Так, Буся, Буся. Показывали пометьте, давай обязательно пометьте грохотом и инструментом. Нас посадали силы. Силы. Непременно третье музыкальное. Прорубает музыкальное. Например, через уровень дворов камни одиноки романтичные. Так, глубокая лестница в нас вещь вела, романтичная лестница, детская кроватка свела. Попрызгают. И теперь кто-то наточен, пробивает, прогрызть, прорубать. Это наша... Так, это наша невидимая страха. Так, нельзя! Нельзя! Так, по программе романтики дни подвалы пещеры. Парочку тела растязанно ахнули. Одна в поздно тишина, и столь нас опустил на мать, я вертих недолго. Очень романтик, бескровник, все настареют. Вот наконец, будто как оживила от вкуса в мелочь, от суета, от души тепло. Как-то было последний, как мне сейчас злобь, у нас вопреломенный. Вот рыслин, с тобой клоняя с народы, окормилась, с тобой открывались в темре, не прибила грабили. Только припудривали, и не потрумянили. И прикрашивали, и перестраивали, тогда положили к мостосам, великаны попили и истории гулящие, истории послушали, и просто пыль открыла, истории сочные. Смотри, как хвяжки просыпаются, без перца задали твои, они празднуют немудренно завтра, так и сосало на своих, они ходят и запад, волны путают, и солнце пьют глаза, а ты плывут из труб незнатимый дым. Станет самой точной наукой, ты с нами должна, мы хотим. Кем же были в жизни величественные Венеры, надменные Афродиты, кем же были в жизни, раскачиваясь, размахиваясь, а вокруг Венеры над городскими воротами, песаны горели огни, на улице проходили, на коморке, на улице проходили и закончили чисты, и превращали в одежды. В одежды, дурачиеся, застенчивые одежды, и превращали одежды и в холодные комочки, и в холодные становились, однако там полотова ценили, все правы целены, требовали не хочу, задумайся, отрекись от своего храма, главное было как не пыли, и походу по бунту, по ночи слезат, мети меня. Это на свою снежку. Удар уже не на свою сумму стегла, с собой удар, где-то под него, с колокола ценили, сухо уже пошел на пасне. Заменным одним бы разным сделал права. Стал быть художник, вертовал бы пощечины, ханзам звучный против светлым вертущим ханзам. Среди откровенных холодов краска. Он дерев на груди. Тут радостный ветер, и опомню, как пороса на темных холстах на дереве. И зрели на темной груди, мне хватились бедра. Так мне в глаза, и среди горшком, и среди человек под рамой, и вечер на проезд поднесли. В небесной поте было. На дурочество было поздно, но на дурочество драгивали. На дурочество были живыми. Я не знаю, они девали медленно, если говорят, поле тонкие, не падали плечам. Я долго молились, и очень долго молились, а были они посмертными, полными плечом.
такие объекты, прекрасно им земля и воздух. Одни горячие вулканы, безумные земли, гудят сердца, приходят, они посылают, развивали, загнали, болтать, нет, нет, тревожным бегущим, сигнал на помощь, и спасал. Своим любовь человечества, совесть, совесть, вы не скажите, с утра до поста, влезает в одну только бессонность, то выглядят, готовьте за мной, не за мной, не отсюда, отсюда, запад, отсюда, на север. Если бы умел, я тебя смог, время убивать, бетогами сердца. Если бы возможно, я там, впрочем, куда вас в спорном веку? Вот, мысли человеку. Наверное, был открыт бы я остался. Верю в глаза белого, они просто знают. Пронзает глубину, то есть ворует водород. Но сейчас воткнуть на это они и летят бетоги, но были над волной. И деревья спихают на границу, вот карман, тащимут низки. Итак, хочу. Видеть пути, знаю, понять, что они везде, не враги. Ну, вот и все, пожалуй, хватит пока. Вот и все. Вот мы и почитали. Все. Пока так.